Сейчас война, она женщина, мать, жена, родина, жизнь, смерть, боль, разлука, встреча, любовь, вера, надежда и, конечно, победа. Безусловно, программа рассчитана не на один показ. Она постоянно развивается. Вот уже в этом году в нее наряду с известными шлягерами вошли и песни, которые не часто можно услышать, даже и в дни, связанные с событиями военной пары. Чьи поезда у полустанка, напомнили сожженные мосты. Медленные танго, откуда-то плывет из темноты. Возникает, причем порой абсолютно, будем так говорить, ну как-то случайно, спонтанно, даже не подозревая того, возникают еще произведения, которые абсолютно органично вписываются в эту программу, вписываются, так сказать, в тот стиль, так сказать, которым, так сказать, владеет Ирина, и, в общем-то, в который пытается вписываться и оркестр, вот именно играя такую музыку. Поэтому я думаю, что обязательно продолжение этой программы будет. И я думаю, что это действительно станет таким, может быть, даже традиционным концертом оркестра. К сожалению, вот при всем при том, что слушатель на наших концертах уходит настолько, так сказать, растревоженный, понимаете, и залы полные, и все. Но тем не менее, к сожалению, вот средства массовой информации все-таки должны обязательно больше обращать внимание на то, что есть профессиональное, я подчеркиваю это слово, профессиональное искусство. К сожалению, сегодня на эстраде мы наблюдаем очень часто самодеятельность. Дмитрий Дмитриенко – талантливый музыкант, лауреат международных конкурсов, виртуозно владеющий баяном, кроме того, прекрасно играет на рояле и дирижирует большими эстрадными программами. Правда, чаще он не стоит за дирижерским пультом, а сидит с инструментом, сочетая дирижирование и игру на баяне. Ну и надо сказать, что этот концерт в Кирове для Дмитрия был особенным, ведь Киров – его родной город. Для меня это был просто подарок в жизни, потому что приехать к моим землякам, к моим учителям, которые там живут, к моим родным, близким, к моим друзьям, приехать с такой замечательной программой, для меня это было, конечно, огромное счастье, и я этот день запомню на всю свою жизнь. Говоря об Ирине Крутовой, не могу не отметить то, что в ее исполнении даже глубоко лирические песни, которые, собственно, не рассчитаны на бурную реакцию зрителей, именно такую реакцию и вызывают. Ее собственное переживание, или, можно сказать, проживание содержания песни, передается и слушателям. Кроме того, Ирина не боится брать в репертуар и песни, тесно связанные с именем определенного исполнителя, давая им собственное прочтение. Такой, например, была песня, которую исполняла Валентина Толкунова «Если б не было войны». В те дни, когда Валентина Васильевна не стала, поскольку я с детства ее любила и вообще там пела все время, вертясь перед зеркалом, девчонка лет 5, а мне тогда казалось «Лебети», я думала, что это имя. И вот, в общем, так она вошла в мою жизнь, и всегда этот голос кристальный, он так, в общем-то, всегда звучал в ушах, в голове и в сердце.
Вот, и когда это случилось, и как раз вот запись этой песни. И было невозможно отойти от ее звучания, и было очень-очень сложно. Но потом как-то, в общем-то, за счет, там, я не знаю, темпа, каких-то таких вещей тавральных, в общем, наверное, немножечко отошли мы от сложившегося стереотипа, конечно, потрясающего. Вот, но надеюсь, что, в общем-то, такая интерпретация тоже имеет право на жизнь. Еще до встречи вышла нам разлука, и все же о тебе я вижу сны. Но разве мы прожили друг без друга? Мой милый, я забыла новые дни. Мой милый, если б не было наверное, не до срока я стала старой, да только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый. Завершая рассказ об этом концерте, хочу сказать, что состав оркестра был не совсем обычным. На этот раз не было симфонической группы, присущей оркестру баян, а участвовали только народные и духовые инструменты, ударные и фортепиано. То есть это был эстрадно-народный оркестр. Понятие русского концертного оркестра, я думаю, что оно здесь раскрывается как раз в нашем коллективе, потому что замечательная пианистка Оксана Петриченко, которая блестящая, так сказать, искусством импровизации владеет, которая имеет колоссальную, так сказать, интуицию музыкантскую, профессиональную, она очень органично вписывается в ту палитру звучания. В то же время и медная группа, и группа деревянных духовых, и так называемая ритм-секция, когда и бас-гитара, и ритм-гитара, и ударная установка. То есть это все вот были эти составляющие. Но, кстати говоря, я хочу отметить, это уже, так сказать, оценка критиков, оценка слушателей, что именно вот благодаря такому инструментальному составу нам удалось вот именно в стилистическом плане максимально приблизиться вот к точности, к достоверности звучания этой музыки. Для нас была колоссальная радость, и это чувствовалось, потому что люди, был полный зал в филармонии, они были настолько благодарны вообще за то
настоящие, подлинные, прежде всего вот это они отмечали, они подходили и говорили спасибо и солистке, и Ирине Крутовой, и музыкантам оркестра, спасибо вам за подлинность.